Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение мини-сериала под названием «Тайна съеденных конфет». Давайте начинать. Та-та-та-та-там. Ну когда же приедет мамина подруга? Жду я не дождусь. Ой, как долго. Так, перестановочку я уже сделала. Собачка в норме, да? Элис, тихо! Фу, плохая собака. Надо полежать. Так, сколько стоит новый ноут Apple? Беленький. 75 тысяч, да, нормально. Надо выпросить только у родителей эти деньги, я пойду куплю их. Тоже надо посмотреть, сколько времени. Мама задерживается. Лео, котик. Так, хочешь, я тебя пока покормлю этими вкусняшками кошачьими? Вот, держи. Мяу-мяу. Прости, поиграть я с тобой не могу. Я занята. Иди, поиграй с... Ну, может, с тобой Элис поиграет. Иди. Мяу. Ой, наконец-то. Покой. Без этих кошачьих мурлыканий. Так. Надо посмотреть на другом сайте. Может, там дешевле. Ой! Ой, этот какой? Лео пришел. Лео хочет поиграть. Вот у меня расческу сейчас все причешу. Хороший кот, хороший. Мяу, мяу. А все. Ладно, Лео, иди. Все, через часа. Пока. Мяу. Та-та-та-та-та. Девочки, ой, девочки. Ой, мама пришла. Мама, где тетя? Ой, это твоя подруга сейчас. Так. Что это такое? Это сюрпризы для вас. О, здравствуйте, Твайлет. Привет, Рарити. Здрасте. А это что? Вам подарки. Этот белый тебе. Я так и знала, что белый, потому что я сама белая. А у меня розовый. Ура, ура. Там что, пони? Ну, конечно, пони. Я же знаю, как вы их любите. Да-да. Ладно, девочки, идите, открывайте их. Ставьте на место. И через полчаса приходите. Это... У меня сейчас чайник скипит. И будем пить чай. А мы пока пойдем там в мою комнату, хорошо? Ой. Ладно, мам, все, мы пошли. Идите. Ура, еще одна пони. Ура, поняхи! Так, их две, значит, у меня будет две. Сейчас надо открыть их. Сейчас. О, как легко открывается. Это у меня здесь искорка. Кто тут у нас еще? Луна. Луну поставлю сюда. Здесь будет красиво смотреться. Так, ура! Кто же у меня? Ура! Ой. Да, сейчас. Ой, надо расставить. Так, все. Теперь у меня целых... Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. О, шесть. У меня теперь целых шесть клёвых пони. Ура! Так, надо ждать время. Что ж мне делать? Пойду пока поиграю. Так, еще полчаса. Можно будет поискать эти сайты с ноутбуками. Та-та-та-та-та-та-та. Через полчаса. Та-т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 ам. Так, я нашла выгодную цену для этого ноутбука. Нового. О, уже полчаса прошло. Надо знать, когда мама позовет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Девочки, а? Что? Идите кушать. Чай пить. Ура! Наконец-то. Торт. Ой. Да.
Идем. Ой, я иду. Так, посмотрите, какие вкусные печеньки. Они какие-то бракованные, что ли? В каком смысле бракованные? Ну, они, как бы тебе сказать, слизанные. Слизанные? И любимый вкус рарити. Рарити! Чё, мам? Чё? Зачем ты слезала эту начинку с конфет? Мам, ты чё, я ничего подобного не делала? Ты уверена, что не делала? Ой, Рарити, я так на тебя надеялась. Да я правда ничего такого не делала! Вы что, издеваетесь? Это ты! Я мамочка видела, когда ты ходить. Ах, значит так. Вот так ты относишься к приезду гостей? Ну, мама, я ничего не делала. Марш в комнату! Ну, мама, марш! И не жди нового ноутбука. Ты ладно. Простите, пожалуйста, тогда придется что-нибудь другое съесть. Да ладно, ничего. Ой, мы лучше сами съедим потом. Как она так смогла? Ладно, это предложенное. Мы его не будем есть, я его съем. Она его еще и слезала. Это кошмар, уж извините. Ничего. Ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха, это сестре за то, что она мне не разрешала... То есть она мне не разрешила подарить пони. То есть она мне их не подарила. Что ты там говоришь? Я просто репетирую стишок, который нам задали в детском садике. Да-да-да, молодец тогда. Все, я их пока положу сюда. Ладно, иди играй. Та-та-та-та-та. Прошел час. Ладно, мне пора. Все, до свидания, девочки. До свидания, до свидания. Ладно, прости за радость и до свидания. Ой, да ладно. Пока, если что, созвонимся. Угу, да, пока. Рарити! Ко мне, живо! Да, мам. Зачем ты устроила этот балаган из-за тебя? Ты меня опозорила! Ну, мама, я правда ничего не делала. Ах так? Да, еще скажи, что это не ты сделала. Да не я это сделала. Все, марш в комнату. Да и ладно. Блин, можешь подсказать? Да, скажу. Мам, это я слезала пирожное. Что? Да, мама. Вот значит как. Мам, прости, я куплю новые. Ладно. Иди, сходи, купи, новые, а эти выкинем. Что-то они уже плохие. Я их уже не хочу есть. Угу. Вот это новые. Пойду ей отдам. Еще извинись перед ней. А я позвоню и скажу, это Твайлайт. Вот и называется «Тайна съеденных конфет». Ой, мама, мне очень стыдно. Сестра, что тебе? А что тебе еще надо от меня? Прости, сестра, это я съела конфеты. А почему ты на меня это скинула? Вину? Ой, у тебя упало. Ничего. Ну, потому что ты мне не разрешила... То есть ты мне не подарила своих пони. Я решила тебя отомстить. Я все равно тебя не простила. Ну, прости, а вот тебе конфеты. Конфеты? Да, целую упаковку съешь. Прости, что я так глупо себя вела. Я усвоила этот урок. Эх, ладно. Эх, ладно. Иди к себе в комнату. Я, может быть, тебе как-нибудь куплю. Ура! Я побежала. Все, пока. Я пошла. И всем пока, вы были на телеканале Тыквка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока!
Пока-пока.